Все перечисленные операторы сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень являются бинарными операторами. У каждого из них есть левый оперант и есть правый оперант. Однако существуют и унарные операторы, которые принимают в качестве параметра всего один аргумент. Например, взятие числа с противоположным знаком. Минус 42. Есть также оператор оставления знакового числа. Мы можем даже написать такую конструкцию, которая будет синтаксически корректна. Плюс, минус, плюс 42. Однако не все конструкции являются синтаксически корректными. Например, попробуем что-нибудь такое. Минус умножить 42. И мы увидим, что результатом выполнения такого выражения будет syntax error.